Здравствуйте, господа. Посмотрите, канал Супер Рэш Ченел. Всем приятного просмотра. Ого, как странно. Эй! Ну, ребята! Эй! Сэм? О, господи! Крис, выбор за тобой. Алло! Слава богу, нам нужна помощь! Что за чёрт? Эмили! Пусти! Сэм, очнись. Майк, это ты? Что? Давай сюда. Блин, крепко же он связал. Слава богу, ты нашел меня. Все хорошо. Ты как, цела? Что у тебя с рукой, Майк? Я легко отделался. Что тут случилось? Здесь в горах орудует маньяк. И он хочет прикончить нас. Слушай, вот этот самый маньяк напал на меня. Он показал мне видео. На одном из них убивали Джоша. Его просто разрезало на куски гигантской пилой. Охренеть! Так что здесь такое происходит? Тут есть дверь. Вроде заперта. Открой с той стороны. Сэм. Ну, у тебя и вид. Я тебе тоже рад. Что ты делаешь? Видишь ли, Майкл, отбиваться от маньяков-убийц в полотенце не так уж и удобно. Не возражаешь? О, да, прости. Ну все, готово. Вот теперь пошли. Я готов. Что это? Это что? Кто-то плачет? Нет! Нет, нет, нет! Убирайся! О, Крис! О, Крис, 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 Крис! Какого хрена? Ты же слышал о классных патронах! Серьезно!
боже мой! Черт! О, черт! Что в тебе? Прощайте, 600 баксов. И это была моя любимая кофточка. Ну вот, другое дело.
давай ты уже! Твою мать! Охренеть! Josh?
Джош! Очень хорошо! Вы правильно догадались! После всего, что вам пришлось пережить, очень-очень хорошо! Ну и как вам, а? Понравилось вам? Страх, унижение, беззащитность, паника. Все те эмоции, которые испытали мои сестры год назад. Только им не удалось посмеяться над этим. Нет, 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 нет. Их больше нет. Если ты не заметил, Джош, никто из нас не смеется. О, ну что вы, что вы, что вы, что вы. К чему такие унылые физиономии? Иногда полезно заставить сердечко колотиться. Как забились ваши маленькие сердечки. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Надеюсь, вы заценили мой фантазмагорический спектакль. Ну, то есть, все мелочи учтены, все возможности использованы. Это такое наслаждение управлять вами. Куклами с такими предсказуемыми реакциями. И кровище. Кровище, море крови, бутафорские тела. Это все недешево. И никаких дублей. Нет-нет, но каков был эффект? Видели бы вы свои рожи. Уж вы-то все приняли за чистую монету. Джош, зачем ты это делаешь? Даже не спрашивай. Этого чокнутого недомерка. Бесполезно. У него крыша съехала. Видать, на колеса забил. Ну какие колеса? Месть! Вот лучшее лекарство. Тебе хана. Майк, он болен. Бросьте, вы еще будете меня благодарить, когда станете сенсацией в интернете. Что-что? О, это будет просто мега-хит. Он облетит всю планету. Тут вам и безответная любовь, и кровище. Море кровищи. Да всех жестких дисков Китая не хватит, чтобы пересчитать количество просмотров. Ты что несешь вообще, кретин? Джессика погибла! Что? Ты что, тупой? Джессика погибла. И ты за это заплатишь, мразь! А! Ребят, ну вы чего? Вы что тут все, с ума посходили? Заткнись. Зачем ты ее ударил? А? Какого черта было ее бить? А! Ты о чем вообще? Ты ударил Эшли, ты придурок! Я так разозлился. Женщин не бьют. Нельзя и все. Чувак, Крис, брат, ты... Я тебе не брат. Куда мы идем? Куда вы меня тащите? Запрем тебя, братан. Что? Посидишь там до утра, пока не приедет полиция. Да вы че? Я ничего не сделал. Ты издеваешься, что ли? Ты убийца гребаный. Майк, поверь мне, я ничего не сделал. Я твою Джессику пальцем не тронул. Знаешь, лучше заткнись. Крис, старик, ну ты чего? Мы же партнеры. Я не хочу это слышать. Ладно, манди дальше. Ты видишь только то, что хочешь видеть. Ты... Закрой рот! Ты... Чувак! Ну не моя вина, что вы шуток не понимаете. О, что, больно тебе? Что, слегка ударился? Ну, прости меня, пожалуйста! Хватит! Ну ты что? Все! Майкл, мне очень жаль. Выразить не могу, как мне жаль... что Джессика пострадала, но я клянусь тебе, я вообще ничего об этом не знаю. Заткни хлебало, Джош, на этот раз ты не отболтаешься. Может, давайте жить дружно? Больно! Думаешь, мы прикалываемся? Все не так. Не так. Все должно быть совсем по-другому. Устроили травлю! Слушайте, ну почему вы так со мной поступаете? Все равно у вас кишка тонка! Вы ни на что не способны, слабаки!
Тебе реально пора заткнуться, чувак! Я даже не понимаю, о чем ты. Потому что мне не о чем сожалеть. Охренеть. Значит, связываете меня, да? Не дергайся. Ага, ладно, ладно, ладно. Сижу. Кто дергается, того неудобно связывать. Джош, слушай. Ну, немножко-то дай подергаться, а? Что сделать, чтобы ты заткнулся? А, не так сильно! Эй! Не так сильно, а то не подергать. В пластиковых стяжках все свалит. Что? Что за чушь? Это что за чушь он теперь мелет? Смотреть против. Без заложников. Гарантия. Раньше такое заложников, было? Или нет, мы вернем по крайней вам мере, деньги. Я не слышал. Эй, Майк! Майк! Что? Что случилось? С Джесс, Майк? Ты знаешь что? Нет, я не знаю. У меня есть проблема, Майк. Не помню, как убивал Джесс. Дебил. Ну, то есть я бы наверняка запомнил, как убивал ее, понимаешь? Она такая сладкая. И, наверное, у нее такая тугая, крепкая попка. Заткни свой поганый рот! Ах ты урод! Нет, стой! Стой, чувак! Остынь! Ты чё творишь? Я... Нет, ты хотел застрелить его! Да я просто блефовал. Пугнуть хотел. Чтоб прочувствовал. Какого хрена? Я же мог его убить! Спокойно. Ничего, жить будет. Ну, кто так делает? Ну, по крайней мере, он замолк. Иди-ка ты в дом. Что? Зачем? Я покараулю его до утра. Не нужно, чтобы при этом ты его избивал. Вообще-то я думал, что защищаю тебя. Ну да, молодец. Теперь пора отдохнуть. Да ладно тебе. Возвращайся в дом. Давай. Чувак. Давай. Ну так, друзья. Спасибо всем за классный отдых. Подписывайтесь. И ставьте лайки.